разведка против российской пропаганды. Чем закончится противостояние двух гигантов? Европе угрожают новыми терактами. Глава Европола предупреждает спецслужбы. Будьте начеку. Цены падают, но лучше не становится. Германия безнадежно отстает в рейтинге счастливых жителей. Рай для мужчин. Смотрите, почему стоит ходить с женщинами за покупками. Сегодня в Брюсселе решается будущее Европы. Две главных темы саммита лидеров стран ЕС – миграционный кризис и судьба Великобритании, которая рассматривает возможность покинуть Союз. Перед его началом состоялись многочисленные консультации и переговоры об условиях, на которых Лондон согласится остаться в Союзе. В то же время цели, которые ставит перед собой Ангела Меркель на переговорах лидеров ЕС по проблеме беженцев, многие в Берлине считают невыполнимой миссией. Главная цель канцлера – добиться согласия в том, чтобы решать проблему беженцев не пограничными шлагбаумами внутри шенгенской зоны, а с помощью Турции, в которой Берлин отводит ключевую роль, и за счет укрепления охраны внешних границ ЕС. Еще никогда позиции немецкого канцлера в кругу глав государств и правительств стран ЕС не были столь шаткими. У Ангелы Меркель остается все меньше коллег, разделяющих ее подход к преодолению острого миграционного кризиса ЕС и готовых поддержать усилия Берлина по решению проблемы беженцев путем справедливого распределения по странам Европейского Союза. Растет число оппонентов Меркель и внутри страны. В ведомстве федерального канцлера понимают, что на переговорах будет невозможно найти решение, устраивающее все 28 стран ЕС, и делают ставку на так называемую коалицию единомышленников. Также для обсуждения проблем миграции планировали неофициальный саммит с турецким премьер-министром Ахметом Давутоглу, но из-за недавних терактов в Анкаре его отменили. Ожидается, что встреча все же состоится в ближайшее время. Министр внутренних дел Германии предупредил членов Евросоюза о том, чтобы они не закрывали свои границы от беженцев, иначе их огромное число может угрожать безопасности ФРГ. Германия приняла более 1 миллиона мигрантов в прошлом году и пытается справиться с притоком новых переселенцев. Мы будем продолжать бороться с увеличением числа беженцев цивилизованными методами и искать европейский путь выхода из кризиса. Некоторые страны пытаются переложить проблему на плечи Германии в одностороннем порядке. Это неприемлемо и будет иметь долгосрочные последствия. Де Мезьер заявил, что Германия будет жестче бороться с мигрантами, которые прибывают в страну, якобы потому, что нуждаются в защите от войны или преследования, но на самом деле пытаются обманными путями задержаться в стране. Напомним, что партия «Христианско-демократическая» Демократический союз, в которую входит Ангела Меркель, призвала канцлера закрыть границы для мигрантов, не имеющих права на политическое убежище. Во время саммита ЕС заместитель главы левой партии Германии Дитмар Барч попросил Меркель дистанцироваться от такой резкой позиции однопартийцев. Немецкая разведка ищет доказательства российской пропаганды. Речь идет о методах дезинформации, которые использовались в годы Холодной войны. Разведслужба и ведомство по охране Конституции Германии по поручению правительства проводят расследование относительно дезинформации, которую Россия распространяет среди немцев. Официально правительство отказалось прокомментировать это сообщение, однако автор сообщения, издание Süddeutsche Zeitung, отмечает, что результаты проверки с большим интересом ожидают и ведомство федерального канцлера, и лично Ангела Меркель, и весь внешнеполитический аппарат в Берлине. Внешнеполитическая служба ЕС с 28 октября прошлого года публикует еженедельные отчеты российской дезинформации. На протяжении последних недель появляется все больше указаний на то, что Россия стремится целенаправленно оказывать влияние на Германию. В особенности правительства восточноевропейских стран то и дело заявляют, что Москва прицельно использует государственные СМИ, чтобы сеять раздор между европейцами. По мнению экспертов по России, речь идет не об отдельных уколах, а о систематической дестабилизации Германии, которая, напомним, считается надежной опорой западного общества. Террористическая группировка «Исламское государство» готовит новые атаки в Европе с большим количеством жертв. Об этом сообщил директор Европола Роб Уэнрайт. Можно ожидать, что это или другие религиозные террористические группировки устроят нападение где-то в Европе с целью добиться многочисленных жертв среди гражданского населения, считает Уэнрайт. Он также выразил обеспокоенность ростом числа боевиков ИГИЛ в Европе. В то же время директор Европола отрицает прямую связь между притоком беженцев и ростом числа боевиков. По его словам, нет конкретных
конкретных указаний на то, что террористы систематически используют поток беженцев в Европу и остаются незамеченными. Напомним, ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что ИГИЛ будет пытаться устроить теракты в Соединенных Штатах, наподобие тех, что произошли в Париже. Начеку и немецкая полиция. Напомним, только в этом году Германия планирует принять 500 000 беженцев. И о терактах в первую очередь заговорили жители английского городка Йорк сегодня, когда мощнейший взрыв до основания разрушил жилой дом. В двухэтажном особняке проживала семья. По последним данным, один человек погиб. Он был в кровати, когда раздался взрыв. У нас в доме окна вылетели. Его должны были спасти. Сам я не был дома, но сразу примчался. Все, что рассказывает очевидца, это был большой взрыв. Очевидцы происшествия предполагают, что причиной мог стать взрыв бытового газа. Разрушенный дом располагался в жилом квартале из однотипных строений. Сейчас на месте одного из домов зияет дыра, а в соседних выбиты стекла. Я услышал ужасный грохот, который меня, пенсионера, подбросил в кровати. Думал, это у нас в доме что-то случилось. Проверил там, тут. Выглянул в окно, увидел, что по улице бегут люди. Быстро оделся и выбежал со всеми. Дом соседа был абсолютно плоским. Ни стен, ничего. Со временем полиция подтвердила версию с утечкой газа. 12 домов в округе теперь предстоит ремонтировать. Расследование продолжается. По предварительным данным, у остальных жителей с газом все в порядке. В Нюрнберге разразился скандал из-за матрешек. Оказалось, что Харьков, город-побратим немецкого Нюрнберга, привез на ярмарку в Германию матрешки вместо украинских сувениров. Об этом стало известно после того, как украинская диаспора в Германии задала вопрос о том, почему город не представил на старейшей в Европе ярмарке украинские сувениры. Харьков, как побратим Нюрнберга, имеет привилегированное право на размещение своего сувенирного павильона в самом центре ярмарки. Городской совет Харькова пока так и не раскрыл имени частного предпринимателя, который представлял Харьков Германии с российскими сувенирами. Австрия выступает за введение банкноты в 1000 евро, но для этого необходимо сначала упростить банковские нормы. В частности, вместо того, чтобы упразднять банкноту номиналом 500 евро, необходимо взять в пример Швейцарию и ввести в обращение купюру в 1000 евро, считает первый замминистра экономики Австрии Харальд Марер. Напомним, сейчас швейцарские франки также имеют купюру номиналом 1000. И если все хотят, чтобы евро стал настоящей валютой мирового значения, нужно быть заинтересованными в том, чтобы проводить крупные международные операции в евро. В связи с этим Марер выступает за упрощение банковских норм. Банки имеют большие трудности с введением в обращение денег. Европейский центральный банк должен подумать, как это улучшить и не обременить граждан. Напомним, на недавней встрече министров финансов стран Евросоюза Франция при поддержке Испании, Великобритании и Германии предложила упразднить банкноту номиналом 500 евро. И Евробанк серьезно размышляет над этим шагом. Среди аргументов в пользу изъятия купюры упомянутого номинала говорит тот факт, что в еврозоне они используются прежде всего россиянами и преступниками. В январе цены производителей в Германии упали больше, чем ожидалось, так как энергоносители продолжают дешеветь. Федеральная служба статистики сообщила, что цены снизились на почти процент за январь и на почти 2,5% за год. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что этот спад продолжится. Без учета цен на энергоносители, цены в Германии упали на процент по сравнению с январем прошлого года. А вот стоимость энергоносителей упала на 2,5% за январь и на более чем 7% за год. В то же время цены на товары длительного пользования выросли на 1,5%, а цены на капитальные товары на 0,5%. Самые счастливые люди в Европе живут в датском городе Ольборг. К такому выводу пришли в Еврокомиссии после огромного исследования, целью которого было определить уровень счастья жителей в различных европейских городах. Опросить пришлось почти всю Европу. Неожиданно оказалось, что больше всего счастья досталось жителям неизвестных европейских столиц, а не больших, тихих и спокойных скандинавских городков. Вторым в рейтинге стал Копенгаген. В первую пятерку рейтинга счастливчиков попали еще Рейкьявик, третье место, Цюрих и Грац, четвертое и пятое места соответственно. Как удалось выяснить, 96% живущих в победившем датском Ольборге чувствуют себя в безопасности, находясь в родном городе. Это намного больше, чем чувство безопасности среди остальных европейцев. Из немецких счастливых городов на 8-й позиции в списке Мюнхен. 57% его жителей очень довольны жизнью, 38% удовлетворены. Отличное пиво, красивое озеро и фантастическая футбольная команда помогли столице Баварии стать одним из самых счастливых мест в Европе и уж точно самым счастливым в Германии.
В Бельгии остановили поезд-призрак. Поезд без машиниста и пассажиров проехал между вокзалами бельгийских городов Ланден и Тирлемон. Пустой пассажирский состав направлялся в город Лувен, когда машинист заметил неисправность. Тот остановил поезд, спустился из кабины, чтобы провести осмотр. В этот момент, по неизвестной причине, поезд тронулся и начал набирать скорость. Заскочить обратно машинист не успел. Железнодорожник предупредил коллег, которые предприняли все необходимое, чтобы остановить неуправляемый состав. Состав двигался медленно, путь был свободен. Люди на вокзале города Тирлемон были эвакуированы. Позже один из машинистов все же смог запрыгнуть в кабину и остановить поезд. Руководство и эксперты бельгийских железных дорог выясняют причины, которые привели к инциденту. Возле военной базы американских ВМС в Пёрл-Харбор разбился гражданский вертолет. На борту вертолета было 5 пассажиров. Погибших нет, но есть пострадавшие. 3 человека выбрались из вертолета. Остальным помогали очевидцы, которые, собственно, и сняли падение на смартфон. Известно, что после аварии 16-летний мальчик находится в критическом состоянии. 45-летняя женщина и 50-летний мужчина стабильны. Вертолет упал в нескольких метрах от берега и утонул. Очевидцы говорят о задымлении в хвосте перед падением. Представитель ВМС США сообщил, что инцидент произошел рядом с популярным среди туристов мемориалом линкору «Аризона», затонувшему во время японской бомбардировки Пёрл-Харбора в 1941 году. Эти безобидные рыбки гуппи – новейшее оружие бразильских властей в борьбе с вирусом Зика. Их естественный рацион – личинки комаров рода Aedes, главных распространителей заболевания. По словам бразильских муниципальных медработников, рыбок выпускают в пруды со стоячей водой и труднодоступные водоемы. Преимущество использования гуппи состоит в том, что есть огромные территории, которые мы не можем обработать, говорит Фабио Фрейташ, а рыбки легко справляются с личинками. Специалисты предполагают, что у новорожденных, чьи матери во время беременности заразились вирусом Зика, развивается микроцефалия, уменьшенный по сравнению с остальными частями тела размер черепа. Однако научно эта связь не доказана. За прошедший год в Бразилии на свет появились почти 4500 новорожденных с микроцефалией. Поэтому власти страны объявили борьбу с вирусом Зика своим приоритетом. Никакого лекарства или вакцины от лихорадки пока не существует. Рыбок гуппи используют по всему миру и для борьбы с другими заболеваниями, передающимися через укус комаров. Например, с малярией. Только 1/3 ресторанов Парижа соответствуют принятым гигиеническим нормам. Санитарные проверки, которые проводились в парижских ресторанах, показали, только небольшое число заведений могут похвастаться ответственным подходом к гигиене. Контроль в Париже проводило французское министерство сельского хозяйства. Проверка предусматривает классификацию ресторанов на 3 группы, согласно соблюдению ими гигиенических норм. При проведении проверок эксперты министерства определяли для каждого ресторана уровень гигиены. Всего их было 3, требующие улучшения. Приемлемый или хороший. Цифры, полученные при проверках, оказались удручающими. Из 1500 заведений в Париже хороший уровень оказался только у 34%. У 8% уровень необходимо улучшить. У 58% приемлемо. Эксперты считают, что на рынке парижской ресторации существует реальная проблема с гигиеной и санитарией. Если 8% ресторанов имеют оценку «требуют улучшения», значит, питаясь в ресторанах, посетитель в каждом 10-м не на шутку рискует своим собственным здоровьем. Ассоциация потребителей, по чьей инициативе выполнялось тестирование, заявила, что проверки продолжатся во всех остальных французских городах. Проживание в отелях Испании заметно подорожало. Стоимость проживания в популярных среди немцев отелях в феврале 2016 года поднялась на 16% по сравнению с последним месяцем зимы прошлого года. Наибольшим ростом отметились объекты размещения Каталонии, где цены поднялись на четверть. Теперь средняя цена ночевки в отеле региона составляет 117 евро. Ночь в Барселоне обойдется еще дороже, примерно 122 евро. Стоимость суток в Мадриде подорожала на 13% и теперь составляет в среднем 102 евро. Порог в 100 евро в сутки перешагнули также заведения Лас-Пальмаса и Пальма-де-Майорка. Около 100 евро обойдется ночевка в Тенерифе и Кадисе. Рост цен обусловлен рекордным ростом турпотока. В минувшем году Испанию посетили 68 миллионов иностранных туристов. В предстоящем же летом число туристов, по прогнозам специалистов, увеличится на 20% ввиду отказа европейских отдыхающих от Турции и Египта.
Детский сад для мужчин. Владельцы гамбургского бара, расположенного в одном из торговых центров города, наблюдая каждый уикенд знакомую многим картину, охваченные азартом шопинга женщины прочесывают один бутик за другим, а сопровождающие их мужчины, не скрывая раздражения, только и ждут, когда это закончится, смекнули, что на этом можно сделать неплохие деньги, и открыли детский сад для мужчин. Всего за 10 евро дамы могут сдать своих благоверных, которых не радует перспектива хождения по магазинам, в этот детский сад. За эту сумму детсадовцев угостят бокалом пива и горячим блюдом, разрешат мастерить различные поделки, играть в настольные компьютерные игры, смотреть телевизор и так далее. На недобор воспитанников пока владельцы детсада не жалуются.